Вот так оно и получается. И мы вам показываем то самое место, где вы можете приобрести себе. А что мы хотим приобрести для себя? Мы хотим приобрести для себя качественное мясо. Я не буду говорить о том, что количество таких людей в городе маленькое. Нет, их очень много. Но одного человека я знаю очень хорошо. Он занимается мясом давным-давно. Он сам это мясо рубит, естественно. А первостепенно, и чем он ранее всего-то и занимался, он был, знаете кем? Рубщиком. Рубщиком мяса. Сегодня сейчас все стало немножко по-другому. Сегодня сейчас он тоже думает о вас. Сегодня сейчас вы должны понимать качество. Качество мяса. В отличие от других, я реально захожу в то место, где он мясо рубит. Я вам реально гарантирую, что то мясо, которое он рубит, оно изумительное. Уж поверьте мне. По одной простой причине. Если мне нужно мясо, то в большей части я его беру только у него. И сегодня сейчас он переехал. Переехал с той точки, в которую он хорошо раскрутил. Переехал сюда, на улицу Завинягина 4Б. Торговый центр «Металлург». Прямо за моей спиной мясной центр. Приходите и покупайте то самое вкусное мясо. Так что вы хотите? Кто-то валит из города, кто-то город осваивает. А по-другому никак. Комбинаты и город развиваются. Уедут одни, приедут другие. При этом город строится. Не так круто, как Москва, но по сути дороги почти московские. Ценники поболее, чем в Москве, кроме недвижимости. И, кстати, с работниками комбината все нормально. Но, господа, и даже приезжие, все хотят мяса. И вот мясо вам и будет. То, что мы говорили, завоевывает рынок. К слову о мясе. Вы его не видели, как оно режется. А я видел. Никаких добавок нет. Везде фермерское мясо, как и продукции птицеводческих комплексов. Видите, в чем проблема? Не каждый присутствующий на рынке мясо ездит по местам взращивания, а этот настоящий хозяин едет. К слову о цене, вы эти ценники видите. Вы покупаете лучшее мясо по вами любимой и не такой дорогой цене. К слову о ценниках. Вы видите, а я вижу качество. И по сути, немногие работают так. Теперь где это? С 25 июня. Перед днем города, коему исполняется 90 лет, вы, приехав в «Металлург», а это торговый комплекс на Завинягина 4Б, купите себе все, что хотите. И будет вам шашлык из халяльного мяса из свинины. И будет вам солянка из телятины. И будет вам бешбармак из конины. И можно скушать курицу, а можно купить местные полуфабрикаты и почувствовать вкус изумительного мяса по одной из лучших цен. То самое вкусное мясо. Где оно берется и кто вам его предоставляет? Его предоставляет очень хороший человек. Я его давным-давно знаю. Это крутой специалист, реально крутой специалист. Потому что, ну, представляете, везде и всюду, там, сям, пятое, десятое, и здесь, и там, и там, и там, и там, и там, и там. Все вот мясом решили заниматься. Я не буду противником этого дела. Но мы вам показали ценники, да? В свое время он также на левом берегу всем дал понять, что ценники на мясо не должны быть большими. Он это правильно сделал. И в результате весь левый берег покупает мясо у него. Сегодня, сейчас он приехал в Орджоникидзевский район. Ну, практически Орджоникидзевский. Здесь, получается, кусочек правобережного заканчивается. И вот через Завинягина, это будет у вас уже Орджоникидзевский район. Улица Завинягина, 4Б. «Металлург». За моей спиной мясной центр. Сегодня и сейчас, с 25 числа, вы можете купить здесь изумительное мясо, кое я вам и посоветую взять.